Коля кранцами называется. Никаких шуток. Ладно,
Я еще шпаны делаю падать. Ух ты, вода! Прикиньте, на мне одно второе место подо мной. Хотя нет, не врежемся. Оля, мы как будем резко или постепенно? 12 минут займет процесс. А что, блин-то? За это время нужно в своей каюте убраться. Не-не-не, я хочу посмотреть. Не, я хочу посмотреть, да. А потом уже... Это самый большой будет шлюз. Да? Остальные будут... 5 метров? 6. 6? Ух ты! 6 шлюз, да, на нашем пути будет. 7. Один на оке, другой вот... Остальные вот... На Москва-реке. А, это Москва-река еще. Москва-река? Да, так что все. А во сколько будет Москва-река входить в вагоне? Примерно 2 часа ночи. Коломне. Примерно так, да. А можно будет в такое время ходить со скалит? Можно. Да, мы хоть и ночью сидим. Да. Вот. Можно. Конечно. Так что выйдем, посмотрим. Да. Саш, только ты спишь? Хотите проснусь? Давай. 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 И Мати, и Толика. Нет, Толика. Якушу мы сами сейчас скажем. Да, а они могут и не спать. Их с легкостью можно к ним зайти. У них... Мы можем Якушу к нам загнать пока. О чем мы сейчас уберемся? Все, все, все. Блин, ну что такое за вас? Это One или One X? Ну хотя он. Я сейчас пока на свою карту... DSLR HD. А, DSLR. Какого года? Это новенькая такая, да? Ну не этого. О, нижние ворота поднялись. О, вот. Давай. Сейчас пойдем кататься. Да, чуть-чуть вон, смотри, даже чуть-чуть вон еще опустились. Ха. Они поднимаются. Эти поднимаются, это верхние ворота. А смотреть лучше впереди, там потом будут открываться вот нижние ворота. Это единственный такой шлюз будет, остальные будут не такие. Все, вода пустая. Она примерно где-то может на 35 метров уже. Блин, Саш, а самый большой шлюз в прошлый раз какой был? Сколько метров? Я помню, высоко. 10-15. Да, я помню, мы опускались. 10-15 метров? Да, мы опускались. 10-24. Ух ты, мама. Вот на Волге. Оль, по Волге, знаешь, как близко наш корабль приблизился к стене, то, что мы даже утрогали это тело, так обломалось. Да, я помню. О, Только фонарик. Все, опускаемся. Сейчас спросите, Саша, есть фонарик? Да. У тебя на телефоне есть фонарик. Ну, до воды ты никак не тянешься. Да. Ну что? А, ну, на нижний, да, можно выйти. У нас корабль пришел, подсветка светом. Да? А, Саш, слушай, вот если ты говорил то, что у нас реки самая максимальная глубина 8 метров, то почему она может на 24 опускаться? Или там на 10-15? В самом центре, на вот такого вот плана. Да. Тут может быть на шлюзе такая. А в шлюзе она, ее переделывают. Еще глубже и вот, да, так вот, да? Шлюзы, да, я и тем более, смотрите, там глубина 8 метров, а тут уже глубже. Потому что тут уже другая река по типу должна быть. Там должна быть. Вот, та же самая, Москва-река. Она что, здесь метала, что ли? Полин, смотри, просто на фото. Прикольно. Полин, короче, ты... А сколько мы сейчас? Только я еще это не ощущаю. На 6 мы вроде опускаться. На 6. На 6 метров. Вам что, не поможет? Да, мне жарко. Ура, теперь. А тебе что, холодно, что ли? О, ура, дискотека 80. Не надо меня снимать, не надо. Ух ты, как карманяшка. Ну, всю грани. Смотри, как... О, если она помещается в карман. Слушай, я даже... Данил, я поместилась в карман.
Я даже не чувствую, как мы опускаемся. Вверх будет интересней. Вверх? На обратном пути. А сейчас это, наверное, ощущаться будет. Высота, конечно. Сейчас не ощущается. Мы, наверное, в минуту вот столько опускаемся. Процесс занимает 12 минут. А, ну да, 6 метров, считай, по 2 минуты метр опускается. Я на второй палубе стояла в прошлом году и вот так вот смотрела. Да, насколько страшно. Помнишь, мы у вас сидели? Мы тоже. Вот знаешь что? Вот если эти когда спускаются, то там глубоко. Вот эти чисто все ворота видно. Попозже надо вперед идти. Да, пошли вперед. Попозже можно идти. Ну вы скажете. Скажу. А что там вот такие какие-то тоже ворота впереди? Ну? Нижние ворота. Это они открываются. Мы будем вверх? Вниз мы сейчас идем. Вот. А-а-а. Открываться они будут. Увидите потом. Они откроют, там увидите потом. Уровень воды. А, такой же? Да. Мы специально... Мы вниз идем по течению реки. Угу. Все, я теперь понимаю. Ой, я в вашу компанию вливаюсь. Потихонечку. Да. Мы... Ты же меня знаешь. Кай, смотри. Ну правильно, это верхняя заград ворота. Их же можно снять вот. Если идти, то по левой стороне.
плохим одна компания приедет. Куда? Ниже уровня воды. Куда? Самотеком. Обратно будем вверх подниматься. Да, обратно будем вверх. А сейчас мы будем пониже. Пап, 9 дискотекам, 10 кино. Дискотеку пойдем. Ага, 10 кино. А в 11 уже спать надо. Да, в 11. Нет, сказали спать. Только в час. Я вот спать не планирую. Цель другая. Снять все шлюзы.
и посмотреть их. Может, ты какой шпион? Какой шпион? Ничего секретного. Какие шлюзы, если вы с такой целью шлюзы поснимать. Thank you.